Выход из кризисной ситуации в нашей стране есть. В этом уверены представители общественного движения «Украинский выбор». Общественники предложили конструктивные механизмы, которые поднимут уровень жизни в стране. Однако действовать надо незамедлительно, пока Украина не прошла так называемую точку невозврата, считают собравшиеся. А начинать предлагают с изменения в законодательстве о проведении референдумов. Мы предлагаем три понятных и реализуемых шага для того, чтобы сегодняшний политический кризис в стране был преодолен. В первую очередь нужно принять закон о референдумах общеукраинских. Проект закона нашей организации уже разработан и предложен. Он позволит проводить референдумы всех уровней. И, конечно же, в первую очередь нужно провести референдум по определению внешнеполитического курса нашего государства. Также собравшиеся предлагают пересмотреть решение Конституционного суда 2010 года, тем самым вернув стране парламентско-президентскую форму правления. Важно сейчас отменить то решение Конституционного суда, которое было принято в 2010 году, и вернуться к парламентской президентской республике. Это можно сделать уже сегодня, и результат будет понятен всему государству. Антикризисная программа «Украинского выбора» не идет вразрез с мнениями собравшихся общественников и политиков Севастополя. Я поддержал эту инициативу «Украинского выбора» и присутствую здесь. Это говорит о том, что надо консолидировать наши силы, надо, наконец, Севастополь объединять вокруг каких-то идей, может быть, или одной идеи. Согласно сложившейся ситуации в стране, вот, политический кризис, я бы это назвал политическим коллапсом. Вот, я изначально поддерживал инициативы общественного движения «Украинский выбор» и считаю, что мнение народа, от лица народа, имели право выступать только после проведения референдума. Одной из причин кризиса в стране в «Украинском выборе» называют разные политические взгляды в регионах. Для решения этой проблемы предлагается перейти к федеративной системе устройства государства. Только такое решение позволит сохранить экономическую независимость и территориальную целостность страны, считают общественники. Нужно переходить к разработке механизма перехода к федеративному устройству нашего государства, потому что мы видим, что сегодня государство разделено на две части и настолько глубокие противоречия, что фактически даже в семьях возникает раскол по тому, каким быть нашему государству. И именно федеративное устройство государства может лечь в основу качественного развития. Представители «Украинского выбора» обещают помогать гражданам, у которых возникли проблемы с выездом в Российскую Федерацию, а также восстанавливать экономические связи с Россией. Дмитрий Слезовский, Катерина Долгополова, программа «Наше время».